Особое мнение на 101 FM. В Кирове 13.06, я Анна Лапшина. Приветствую слушателей, это программа «Особое мнение». Говорю здравствуйте гостю нашей студии, это Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Михаил, добрый день. Добрый день. Мы должны попросить прощения у слушателей за качество звучания, потому что у нас удаленка внезапно случилась, да, и мы программу записываем с Михаилом из дома. Ну, надеюсь, что на содержании программы это не скажется. Начнем мы, конечно, со вчерашнего обсуждения стратегии развития Кирова. Михаил там был. И у меня вопрос просто вот по ощущениям от этого обсуждения. Много ли там было вообще жителей города? Ну, в отличие от обсуждения публичных слушаний по генплану, жителей в этот раз было немного. Вот я, наверное, связываю это с тем, что и тема более общая, все-таки же стратегия, она дает только некое видение развития. Угу. Ну и, на мой взгляд, там освещение того, в какое время и когда и где пройдет публичное слушание по стратегии, они все-таки же освещались в меньшей степени, чем было по генеральному плану, потому что, ну, если взять даже выступающих, значит, из жителей, вчера было, ну, точно меньше 10 человек, а вот при этом по генплану, если не изменяет память, было порядка 30 выступающих. Но надо понимать, что, опять же, стратегия, при обсуждении, при выработке стратегии, в том числе были обсуждения в рабочих группах, поэтому отчасти, ну, если говорить, например, там достаточно относительно малый состав там депутатского корпуса и, может быть, каких-то общественников, хотя они тоже, безусловно, были, вот это в том числе потому, что кто-то из них участвовал как раз в рабочих группах, когда обсуждались те или иные аспекты стратегии. То есть у самых активных общественников, самых активных горожан была возможность еще в рабочих группах пообсуждать, ну, это все? Горожан, я не могу сейчас сказать, кто это был. Там, я не думаю, что это были просто горожане, все-таки же это были общественные деятели, там, я знаю, представители ВТПП, там и депутатский корпус, они участвовали именно в рабочих совещаниях. По этой причине, возможно, там не все были именно на самой части публичных слушаний, как бы и публичные слушания прошли менее остро, чем, опять же, слушания по генплану. Да, Михаил, скажите, пожалуйста, вы сказали, вот 10 примерно человек, жителей, задавали вопросы, а что это были за вопросы? Ну, были вопросы, наверное, такие практические, которые даже не все, ну, не входят в генплан, вот, но которые следует учесть. Наверное, из наиболее интересных я на что обратил внимание, это выступление там представителей городского проекта. Значит, они как раз говорили... Фонд «Городские проекты», да? Да, да. Значит, ну не только они выступали, просто городские проекты там просили внести нулевую смертность, вот, как некий показатель в стратегию, и ее пообещали внести. Так, Михаил, вот, простите, поясните, пожалуйста, что имеется в виду нулевая смертность? Это значит, это имеется в виду, значит, о том, что некая целевая задача достичь нулевой смертности на дорогах. На дорогах, конечно, да, прошу прощения, там не совсем, может быть, верно выразился. Вот, и это как некий один из показателей, потому что в стратегии вообще было зафиксировано больше 100 показателей, и один из них вот просили там в том числе включить туда. Было достаточно много предложений, такое практически, там и про велодвижение, там и про организацию там карманов, про общественный транспорт. Вот, достаточно было много практических, которые, наверное, не совсем про стратегию, а больше уже в реализацию. Но, наверное, вот основной системный вопрос, который задавали многие выступающие, это все-таки же на чем базируется та стратегия, которая есть, потому что если кто ее видел, там три варианта развития стратегии, то есть базовый, оптимистичный и, ну, назовем так, пессимистичный, но все они достаточно, на мой взгляд, они достаточно комфортные с точки зрения того, что получится через 15 лет, к 35-му году. Значит, и вот это вызывало достаточно много вопросов, потому что к тому же, например, там один из жителей задавал вопрос, на чем основано почти трехкратный рост средней зарплаты, ну, если быть точнее, там 2,5 раза рост, без учета инфляции.
Значит, к 1935 году, на чем это основано? Как бы, и действительно, достаточно много вопросов было о том, что картинка получилась в стратегии достаточно оптимистично, несмотря на то, что мы сейчас видим, значит, не все так гладко. Значит, разработчики уверили, что они учитывали особенности пандемии, которая сейчас идет. Вот. Но вот, на мой взгляд, я тоже выступал, и у меня вот основные сомнения как раз вызваны в том, что там метод, который они использовали, а именно они взяли данные за последние 20 лет по достаточно большому количеству параметров, сделали математическую модель и вот получили те или иные прогнозы. Но вот как пример я могу сказать, что вот, если спортсмен тренируется и готовится к выступлению, там, возьмем к Олимпиаде, вот он в течение 4 лет наращивает свою физическую форму, и если он, допустим, это легкоатлет и неожиданно ломает ногу, то вот спрогнозировать, что будет дальше, достаточно сложно, потому что и многофакторно, потому что действительно период восстановления, его невозможно учесть. И вот мне кажется, все-таки же, повторюсь, это мое особое мнение, что я точно не рассчитываю на оптимистичный сценарий, и я бы сказал, что базовый, который там представлен, он больше оптимистичный. И я склоняюсь, к сожалению, что мы пойдем точно не лучше, чем пессимистичный сценарий, опять же, связанный с тем, что текущая ситуация, которая есть, это не только пандемия, на самом деле мы видим, что произошло там с курсом доллара, что произошло там на рынке нефти, и на самом деле, на мой взгляд, там, мы находимся в некой, в таком финансовом, экономическом кризисе, просто пандемия его немножечко так заретушировала, где-то сгладила, и точно получится все не так бодро, потому что, правда, в том городе хочется жить, если мы его достигнем, будет все здорово. Вот. А второй вопрос – это вопрос бюджетов, потому что мы все видим, что наш бюджет, к сожалению, там еле-еле мы его можем поддерживать, гора в том состоянии, которое есть, а там ну, реально предстоит в течение ближайших 5 лет, чтобы исправить те проблемы, которые есть, ну, достаточно большие вложения. Если федерация нам, конечно, поможет, то, наверное, да, но опять же, вот я считаю, что с учетом тех экономических, макроэкономических показателей, которые есть, мы видим, какая отчетность там по Роснефти, какая отчетность по компаниям типа Аэрофлот и так далее, ну, точно сейчас не время там собирать камни, то есть мы, правда, находимся в сложном положении, поэтому вот, наверное, вот у меня основные опасения были, насколько это все будет реализовано в той мере, которая есть. Но, тем не менее, выступлений было ну, относительно много, и они были достаточно, в ряде случаев, там, здравые, и я надеюсь, их услышали. Да, Михаил, все-таки давайте мы слушателям скажем, пессимистичный сценарий, он чем ну, от базового, от оптимистичного отличается? То есть там совсем все плохо будет в Кирове? Нет, там не все плохо, там тоже рост, то есть и численность населения там растет и так далее. Ну, например, там, если мне не изменяет память, возврат к докризисным инвестициям в пессимистичном сценарии через 4 года, вот, а в базовом через 2 года. Ну, то есть вот тому состоянию, к которому мы есть. Ну, понятно, но жить мы все-таки будем лучше, только подождать придется дольше. Да, подождать придется дольше, но исследование, как к 35-му году мы выйдем на другие показатели по средней зарплате, на другие показатели по численности, в том числе населения. Вот. И поэтому здесь, безусловно, отчет достаточно подробный, там много-много цифр, его, наверное, и имеет смысл там всем изучать. У нас закончилось уже прием предложений, он закончился вчера. Ну, тоже, наверное, на мой взгляд, достаточно нелогично, потому что в отличие от генплана для многих... Какой смысл проводить общественные слушания и обсуждения общественные в последний день принятия предложений? Да. А дело в том, что вопросов, вот выступление, значит, создателей, скажем, стратегии, они ответили на ряд вопросов, и я думаю, что если бы сроки предложений были бы чуть больше, то, наверное, было бы и достаточно много здравых предложений. Но, очевидно, вот я считаю, что, наверное, администрация посчитала, что раз было обсуждение там, в рабочих группах, и было достаточно их много, и об этом тоже подробно рассказывали, вот, возможно, из-за этого они решили там, сделать в один день, но я считаю, что это некорректно по отношению к простым жителям, потому что вот, все, кто не пришел, к сожалению, время уже прошло. К сожалению, уже и не придут.
Да, и не придут, да. Поэтому я думаю, на будущее будут все-таки же учитывать эти моменты, как было, например, с тем же генпланом, было время для того, чтобы все еще раз взвесить, изучить, с учетом того, что услышали, и внести свои предложения. Тут наши коллеги бизнес-новости в Телеграме писали, что было вчера на обсуждении, если я не ошибаюсь, озвучено предложение создать единый портал для связи власти и горожан. То есть такой портал с набором функций, где можно будет и заявку в управляющую компанию подать, и на эту управляющую компанию нажаловаться, и записать ребенка в детский сад, и какие-то документы в какие-то организации передать, если я верно поняла. Ну да, это достаточно здравая мысль. Значит, речь идет о том, что сейчас с точки зрения вот комфортной среды, в первую очередь, там, когда жители видят или сталкиваются с какой-то проблемой, им приходится достаточно много перебрать телефонов, вот, там, и они звонят там, и в администрацию, и в теруправление, там, и в разные другие государственные и негосударственные институты. И здесь предлагается сделать принцип одного окна, то есть это в том числе мобильное приложение, вот, которое можно будет установить, и, по сути дела, все вопросы, всю проблематику, все свои какие-то ожидания писать туда, и эта уже информация разойдется дальше. Я единственное понимаю достаточно четко, что это можно быстро реализовать на уровне взаимодействия с муниципальными, с государственными институтами, вот, но не совсем понимаю, насколько будет эффективна эта работа с точки зрения там, управляющей компании, потому что, на мой взгляд, повторюсь, если жители активны, если они действительно выбрали управляющую компанию, а не она им была навязана, и они не знают, как ее изменить, то я считаю, что все-таки же лучше механизм работы с управляющей компанией напрямую, а вот не через эту систему, потому что, ну, правда, она будет достаточно громоздкой, и это такой большой брат, который за всеми следит. Повторюсь, там, но если для госорганов это достаточно просто реализовано, но бизнес – это гибкий механизм, управляющие компании меняются иногда часто, и насколько вот будет именно эта связь работать, там вопрос большой. То же самое тогда нужно туда включать и механизм коммуникации там, с торговлей, чтобы там формировать там, те же жалобы или еще что-то. Ну, посмотрим. Тогда это вообще получается какая-то мега-система. Я думаю, что если они начнут хотя бы реализуют, и это, повторюсь, там достаточно быстро можно реализовать на этапе организации одного окна муниципальных и государственных объектов, то вот люди увидят проблему, потому что, ну, сейчас банальная там причина, люди увидели раскопку у себя во дворе, куда звонить, и вот они начинают по кругу звонить там в КТК, в теруправление, в администрацию, там то же самое касается там несанкционированных свалок или проблем, как записаться там в то или иное медучреждение, ну, допустим, узкоспециализированное, и они начинают тоже там не знают, где взять информацию. Вот тут, наверное, будет достаточно эффективно, и все увидят, ну, правда, хорошую пользу. А все остальные элементы, в том числе там коммерческого сектора, ну, наверное, включать надо постепенно, смотреть, как эта штука будет работать. Потому что я точно, вот как житель, мне удобнее, проще и быстрее там обратиться напрямую там, в свою управляющую компанию, чем вот писать через это единое там информационное ядро, которое в дальнейшем передаст мой запрос в управляющую компанию, а потом она еще будет отвечать. Ну, то есть достаточно сложная структура. Хотя с точки зрения, возможно, там какого-то получения обратной связи работы там тех же управляющих компаний, как вариант, но повторюсь, моя позиция очень простая. Управляющая компания — это не является какой-то надстройкой, это, по сути дела, элемент бизнеса, и их столько, сколько нужно жителям. Проблема только в том, что, к сожалению, не все пока жители знают и готовы бороться за свою комфортную жизнь, и, к сожалению, жалуются на управляющую компанию, но ничего не делают, чтобы ее сменить. Вот тут противоречие в этом. Я убежден, что если у нас будет 100% понимание того у всех жителей, что управляющая компания — это не кто-то сверху, а это они сами с ними выбрали и заключили договор по работе, то у нас сразу будет то количество управляющих компаний, которое нужно городу, будет их 100, 200 или 20. Это вот решит бизнес и рынок, а не как сейчас там иногда звучат там фразы те или иные. Поэтому вот это моя точка зрения. Фразы те или иные, это вы, наверное, имеете в виду, что давайте там единую какую-то управляющую компанию сделаем, одну-две и хватит нам, да? Да, ну я говорил уже, и в эфире говорил, я категорически против единой управляющей компании, я
достаточно уже долгое время являясь председателем совета дома и общаясь с многими домами, нет идеальной управляющей компании. Кому-то нравятся небольшие управляющие компании, кому-то нужны управляющие компании, которые имеют хороший опыт, например, работы по спецсчету с капитальным ремонтом, кому-то нужны управляющие компании, которые имеют опыт работы с лифтами. Там, ну, вообще идеальных управляющих компаний нет. И было достаточно наивно ожидать, что единая, особенно муниципальная управляющая компания будет работать эффективно и для всех жителей она устроит. Я вас уверяю, в Москве достаточно большой пласт проблем лежит вот в централизованной коммунальной компании. Угу. Вот, и они признают, что там проблем достаточно много. Поэтому ну, я на примере ленинской компании это видели. Наверняка там на примере кто-то, там октябрьской компании управляющей. Ну, кто где, вот эти крупные муниципальные компании. С одной стороны, вроде люди надеются, что раз компания муниципальная, на нее как-то можно воздействовать, а по факту получается, что воздействовать на нее может даже сложнее, чем на маленькую. Абсолютно. Ну, у нас, смотрите, вот если так уж у нас зашла об этом речь, значит, по ситуации на 1 сентября, 36, если взять все многоквартирные дома, которые у нас в городе Кирове, 36%, могу ошибиться, я там считал, понятно, из данных ГЖИ, значит, 36% всех домов находится в двух муниципальных управляющих компаниях, которые у нас сейчас есть и которые реорганизуются в одну. 36% треть, и это достаточно много. Значит, и вообще из 100 компаний, у нас там их, по моим оценкам, где-то 105 было на 1 сентября, повторюсь, только кировских, потому что кто-то работает еще в кировском регионе, и тогда еще больше, вот, то 80% всех домов, они сосредоточены, я сейчас боюсь ошибиться там в цифре, примерно в 15 управляющих компаний. То есть у нас уже пул крупных управляющих компаний есть. Но есть достаточно много мелких, это есть там фактор рынка, потому что мы возьмем, если элементы торговли, примерно то же самое. То есть есть крупные игроки, вот, но в любом случае они не могут закрыть все потребности рынка, есть нишевые магазины. И вот с управляющими компаниями, на мой взгляд, то же самое. Другое дело, что, к сожалению, текущая ситуация с точки зрения взаимодействия контролирующих органов, она требует изменений в законодательстве, на мой взгляд, потому что в ряде случаев жители сложно сменить плохую управляющую компанию, и, к сожалению, государственная жилищная инспекция, ну, на мой взгляд, я им это тоже уже говорил и писал в своих постах, она не справляется со своими задачами и в силу, опять же, несовершенства закона, потому что, чтобы лишить лицензию ту или иную управляющую компанию, то есть это нужно пройти сложную процедуру, в том числе судебную. Говорили, конечно, да, и неоднократно на заседании городской думы этот вопрос поднимался. Кстати говоря, по-моему, год назад еще планировалось в городе создать некий рейтинг управляющих компаний. Тоже об этом говорилось на одном из заседаний одной из комиссий, но, по-моему, так его и не создали. И его не создадут, потому что, и повторюсь еще раз, каждый дом предъявляет свои требования к управляющей компании. Потому что, например, мой дом, один из базовых критериев, у меня очень много пенсионеров, они сказали, наша управляющая компания должна находиться в шаговой доступности от нашего дома. Поэтому львиная доля управляющих компаний, они сразу же ушли из рассмотрения, потому что большинство жителей старшего возраста, наш, мой дом там и преобладает такими жителями, как бы мы убрали. Поэтому если дом, повторюсь, осознанно выбирает ту или иную управляющую компанию, то априори не может быть единой, потому что ну, мы правда, рынок таков, что вот мы выбираем. А кому-то нравятся другие характеристики, кому-то нужна самая низкая цена, и которые готовы будут жертвовать. Так, ну, кто-то, наоборот, готов платить много, но получить там просто конфетку из своего дома, из своего там, двора. Поэтому вот я считаю, что рейтинга не будет никогда, потому что рейтинг он, с чьей стороны? Вот если все мы будем жить в правильном правовом поле, то чем больше домов имеет управляющая компания, ну, по сути дела, тем больше у нее рейтинг, если говорить вот, с точки зрения бизнеса. Как бы вот. Но повторюсь, там, там это моя точка зрения, возможно, и другие решения этого вопроса, но я остаюсь при своем мнении и убежден, что только жители многоквартирных домов могут определять, с какими управляющими компаниями им работать. И если они ее поменяли, ну, значит, им так хочется. И если соблюдены все процессуальные процедуры, ну, значит, молодцы, там меняйте часто.
пока не найдете ту свою управляющую компанию, с кем вам хотелось бы работать и жить дальше. Михаил, давайте тогда вот еще одну тему прокомментируем. Я бы все-таки попросила вас, пока у нас остается время до перерыва, более 600 домов в Кирове на вот сейчас, на начало сентября, в первой неделе сентября, без горячей воды. Я не знаю, у меня ощущение, что это какая-то не совсем штатная ситуация. У вас нет такого ощущения? У меня такое ощущение есть. Повторюсь, там я не общался там с представителями КТК, хотя написал запрос, чтобы на комиссии, которая у нас в сентябре пройдет, постоянной комиссии, в том числе по ЖКХ, все-таки же были представители от компании КТК, дали какие-то разъяснения. Потому что что мы видим по факту? Начался первый год концессии, и часть, ну назовем так, раскопок, таким обывательским термином, часть раскопок, они были проведены в рамках концессионных соглашений, и они идут в плановом порядке, и там действительно не сделать какие-то работы за день или за два, потому что это идет, по сути, замена целых участков. Вот. И здесь есть хотя бы там согласование сроков и какое-то понимание, ну вот если говорить, например, про мой микрорайон, это раскопки около завода «Витек». Да, там это все было планово, безусловно, тут необходимо потерпеть, потому что результат будет совершенно иной. Но жители, мне кажется, в большей степени беспокоит. Первое, вот когда такие идут раскопки, это отсутствие информации в плане перекрытия движения. И опять же, на «Витеке» мы видим, что остановку перенесли после многочисленных, и не просто там несколько дней. Там я писал, просил перенести остановку общественного транспорта. Ситуация с «Шорса» была точно такой же, когда по каким-то причинам нужно разбираться, кто не, вовремя не передал информации, почему произошли коллапсы, когда люди узнали о том, что улица перекрыта, когда уже началось движение. Вот. Но еще большая проблема – это раскопки аварийные во дворах. И здесь жители лично мне задают один простой вопрос. Если раскопка сделана аварийно, то почему они не видят там дальше никакого движения? То есть классический пример. Приехали, раскопали, сделали. Как правило, работников видят 1-2 дня на объекте. И после этого объект остается незакопанный. Вот, если он даже, значит, раскопку закопали, то благоустройство не сделано. Под благоустройством, я понимаю, там, это восстановление того покрытия, которое было. Если это асфальт, то асфальт. Если это был грунт, то, естественно, чернозем. И вот если проехаться по городу, то вот таких раскопок, таких сияющих дыр, их очень много. На мой взгляд, это отсутствие достаточных ресурсов у КТК или нежелание эти ресурсы привлекать, потому что мы все понимаем, что это подрядчики. Вот. Я предполагаю, что подрядчиков, наверное, несколько. Одни подрядчики устраняют дефекты. Вот. И здесь, вот, на мой взгляд, происходит достаточно быстро, потому что есть, наверное, опыт работы. Во всяком случае, на моем микрорайоне, значит, если были, то есть вот каких-то участков раскопанных, из которых парит, их нет. То есть участки действительно ремонтируются относительно быстро. Проблема состоит в другом. Проблема в том, что потом дальнейшее благоустройство, оно как бы не происходит. И вот за счет, говорю, наложения двух факторов, аварийной работы и концессии, мы видим в том, что, повторюсь, это моя точка зрения, что, конечно, такого давно уже не было, когда полгорода было без воды, и сейчас, вот, 15 сентября, срок, который объявила КТК, то, что я слышал, вот, он и под большим-большим вопросом, потому что как все произойдет, ну, вот, остается дней все меньше и меньше, а действительно сотни домов еще без горячей воды. А что потом будет, повторюсь, там с точки зрения уже дальнейшего благоустройства, к сожалению, можем уйти в зиму. Да, в зиму уйти с неблагоустроенными раскопками, скажем так. И вопрос есть, я его вынес на Думу, сегодня у нас Совет Думы. И я надеюсь, мое предложение будет в том числе включено в повестку, и мы, наверное, получим какое-то разъяснение от КТК. Концессия у нас будет и в следующем году, и вот эти системные замены и аварии, к сожалению, будут случаться. Хотелось бы, чтобы на примере этого года компания КТК и подрядчики ну, точно вынесли какие-то выводы, и в дальнейшем так не происходило. Будем ждать тогда того ответа, который даст КТК депутатам. Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы, у нас сегодня в особом мнении. Мы работаем дистанционно, делаем сейчас перерыв на рекламу и через 1,5 минуты вернемся. Особое мнение на 101 FM.
Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Мы работаем дистанционно, у нас удаленка, временная такая история. Я прошу у слушателей прощения за качество нашего соединения, возможное, да? Не очень хорошо, может быть, нас слышно. Давайте, Михаил, двинемся дальше. Вернемся, наверное, к стратегии, да? Все-таки экологические какие-то вещи в стратегии развития Кирова содержатся? То есть вот какой-то раздел, который описывает экологию в городе. Новости последних там дней, последних полутора недель по поводу закрытия полигона в Осинцах и нестроительства нового полигона в Лубягино, они не могут не настораживать. Опасения пока такие заметные для жителей, если мы экономические какие-то вещи пока в сторону отодвинем, они тоже значительные. То есть говорят о том, что может, а, вырасти плата за утилизацию отходов, и, б, может начаться мусорный коллапс, потому что перевозчики не будут успевать вывозить мусор из Кирова до тех полигонов, которые сейчас предлагаются как резервные. Да, в стратегии, сразу скажу, что в стратегии есть проекты, связанные с экологией. Там есть отдельные проекты и по воздуху, значит, с показателями. Есть отдельный проект по воде. Вот. Да. Мы, наверное, сейчас можем про него долго не говорить, но я хочу сказать, что успокоить жителей, что в стратегии эти факторы учтены. В том числе там и на предприятии, и вопрос, который в том числе звучал от выступающих, будут ли учтены загрязнения от машин, и это тоже как раз было отвечено, что да, и это уже отдельные элементы. Что касается там полигона по Осинцах, ну, выскажу свою точку зрения там. Ну, во-первых, ситуация, которая произошла, она не произошла неожиданно. То есть в течение нескольких лет было две точки зрения, там, насколько законна вообще организация вот этого места в Осинцах. И одна история не возникла вчера. И меня правда удивляет, когда некоторые чиновники или депутаты заявляют о том, что что сейчас будет, все пропало, жители пострадают. На самом деле, моя точка зрения, пострадать должны чиновники, которые приняли такое решение и упирались в него, несмотря на те судебные решения, которые есть. Потому что, я повторюсь, я не всегда согласен с решением суда, но однозначно, живя в этой стране, считаю, что решение суда — это последняя инстанция. Если суд так решил, то, следовательно, так быть. И я считаю, что те лица, чиновники, депутаты, которые поддерживали, несмотря на мнение жителей, несмотря на те решения, которые мы сейчас видим, там, сначала строительство этого полигона, потом его эксплуатацию, они должны однозначно за это ответить. Я сейчас говорю, как минимум уйти в отставку, вот, и сложить себе там депутатские полномочия. Это первое. Во-вторых, что делать дальше? Вот мы платим зарплату в виде налогов там, Министерству экологии с их сотрудникам. Там, мы платим зарплату нашему губернатору, который должен эти проблемы решать. Это точно не проблема муниципального образования города Киров. Проблема есть, но ее должны решать не жители города Кирова или не жители Слободского района. Ее должны решать чиновники за ту зарплату, которую им платят. Да, если они не готовы с этим справиться, да, найдем других, которые справятся. Ну вот это вот моя точка зрения, там, что делать дальше. Есть всегда решение из любой ситуации. Вот, и у нас в Кировской области это не единственный ближайший полигон. У нас были, я не специалист в этой теме, сразу скажу, что, но я точно знаю, что есть полигоны там по дороге в Чепецк, и я не готов сказать, насколько они готовы к использованию. Да, но однозначно, вот как то, если мы не примем никаких кадровых решений, то мы будем снова спорить, нужно было это делать, не нужно, и жители пострадают. Я считаю, что решение должно быть вплоть до отставки или там вышестоящих людей, которые поддержали или не встали на сторону жителей, когда вот эта многолетняя история двигалась. Был ли у них выход в этой ситуации? Потому что вот сейчас власти говорят о том, что они под новый там вот этот вот объект по обращению с отходами присматривают участок в радиусе 150 километров от Кирова. Мы все понимаем, где находится Осинцы, да, это совсем близко. И 150 километров, ну, плечо, насколько оно вырастает, там, ну, в 3-4 раза вырастает, получается. Соответственно, вырастет и плата тоже. А искать вблизи Кирова какую-то площадку, это значит, опять же, скорее всего, площадка, ну, в непосредственной близости от населенных пунктов. И в чем разница между Осинцами и другим населенным пунктом, например? Ну, вот это не... Знаете, как ситуация? Значит, до начала мусорной реформы, я ее все-таки считаю не реформой чистоты, как
заявил наш губернатор, мусорная реформа. Значит, мы платили совершенно иные деньги за вывоз твердых бытовых отходов, и в принципе проблемы не существовало в понимании жителей. Поэтому, если будет критически дороже вот новая система, которая там с точки зрения транспортного плеча, ну, люди должны сделать выбор, насколько они готовы с этим мириться. Я сейчас говорю про систему выборов, и выборы в следующем году должны тогда дать ответ, и решение жителей должно быть именно в том направлении. Меняйте систему выборную, вносите других представителей, потому что если плата за вывоз будет несоизмеримо высока, экология вообще на первом месте. Но если плата будет несоизмеримо высока, то тогда нужно разбираться, почему она такая. Повторюсь еще раз, там, до начала мусорной реформы, то, до 2019 года, мы платили совершенно другие деньги за мусор, и ничего не изменилось. У нас не появилось никакого нового завода перерабатывающего. У нас контейнеры как стояли в каких-то местах, так и стояли. То есть я считаю, что история с возможным повышением, если она произойдет, она лежит не в плоскости фактического положения денег, а в плоскости бизнеса, который создали на наших плечах, да, на жителях. Ну, вот, выбора сейчас, не было у местных всех властей. Федеральное же было распоряжение, деваться некуда. Деваться некуда. Я и говорю, значит, если жители их это будет не устраивать, я надеюсь, что они должны сделать какой-то выбор, потому что если мы уйдем сейчас еще дальше, и система капитального ремонта и так далее, это все, по сути дела, повышение тех коммунальных платежей, которые государство не готово взять на себя. Если оно является социальным, то, извините, вы могли бы все эти мусорные реформы проводить не так жестко, не так однозначно, и, возможно, какие-то части затрат брать на себя, там, я сейчас говорю про федеральный центр, не помогать другим странам миллиардами долларов. Вот и все. Там, если действительно это необходимо, то входите в положение жителей, потому что жители платят вам налоги и платят зарплату, в том числе президенту. Я бы хотела вас, Михаил, попросить, у нас просто мало времени остается, прокомментировать еще предложение вашего коллеги по фракции Альберта Микалюка о лишении дополнительных выплат главы города Кирова и ее заместителей. То есть это муниципальная пенсия, это компенсация за санаторно-курортное лечение, единомоментная денежная выплата в размере 4-месячного содержания при достижении пенсионного возраста на посту. Я, если верно понимаю, там, да, ни один из трех человек в городской думе пока этими преференциями не воспользовался. И это такая, ну, как бы игра на перспективу, что ли, да? То есть Альберт Бекалюк предлагает заранее это все убрать, чтобы они не претендовали. Ну да, мой коллега просто говорит о том, что такая норма есть, ей действительно не пользуются в той мере, которая там может показаться, вот, но с учетом того, что сейчас не самые лучшие времена, его предложение там я поддерживаю, там все-таки же пересмотреть те социальные гарантии, которые мы даем для аппарата чиновников, потому что их достаточно много, и он это подробно все расписал, и я их поддерживаю, потому что, повторюсь, сейчас не то время, чтобы там, когда малый бизнес испытывает достаточно сложное, там, давать такие преференции. Более того, я хочу сказать, что когда Дмитрий Валерьевич Осипов вступал на пост главы администрации, он, выступая перед депутатами, говорил о том, что, отвечая на вопрос про оптимизацию затрат сотрудников администрации, там, бюджетных учреждений, которые есть, я сейчас говорю не про, естественно, учителей, я сейчас говорю про штат чиновников, назовем это так, пускай это не будет звучать так обидно, он обещал к концу мая я не оговорился, представить какой-то список мероприятий по оптимизации. Мы видим, что какие-то кадровые изменения идут в администрации, там и кто-то уходит, какие-то происходят изменения, но, к сожалению, какого-то системного решения у нас уже сентябрь, я не вижу до сих пор. И поэтому, наверное, позиция и Альберта Бекалюка, она как раз звучит в том, что пока администрация сама не готова заниматься оптимизацией, поэтому тогда мы будем предлагать со стороны депутатского корпуса те оптимизационные мероприятия, которые, считаю, необходимы будет произвести, потому что и этот год, и следующий, он точно будет достаточно сложный для нашего бюджета, поэтому, чтобы не было даже ожидания, что мы можем получить какие-то льготы, давайте примем сейчас такое непопулярное, но нужное решение, и в том числе увидим тот оптимизационный план, который обещал нам глава администрации. И надеюсь, он будет достаточно конструктивным. А я правильно понимаю, что этот вопрос будут рассматривать на ближайшем заседании Думы? Будет сегодня Совет Думы, там все эти вопросы будут согласовываться. И я думаю, что после там уже Совета, думаю, наверное, будет понятно, какой будет формат обсуждений в сентябре на комиссиях и на заседаниях. Там, возможно, он уйдет не на сентябрь, а
о следующем месяце, пока не готов сейчас сказать. Понятно, все после Совета Думы. У нас 2 минуты буквально остается, Михаил. Я бы хотела попросить вас прокомментировать еще ситуацию со стартом, наконец-то, реконструкции Октябрьского рынка. Сообщается уже о том, что в течение сентября будут сносить старый павильон, если я верно понимаю. Да, и потом на их месте, мы видели все проекты, появится новый павильон. Уже говорят о том, что там на первом этаже будет продуктовый рынок, на втором вещевые точки, фудкорт, детская площадка. Предпринимателям пока рекомендовали переехать на центральный рынок. Реконструкция – это достаточно затратная история, и мне кажется, что после того, как будет построен новый павильон, предприниматели вряд ли смогут вернуться туда за те же деньги, которые они платили сейчас. Ну вот поэтому очень важно лицам, которые затеяли эту реконструкцию, все достаточно грамотно посчитать, и чтобы не было действительно того, что построят красивый, хотя тут не все согласны, что тот проект, который есть, он выглядит современно, потому что все-таки же есть другие варианты. Но если он реконструкция... новый, по крайней мере. Да. Если реконструкция произойдет, то есть должно быть экономически целесообразно предпринимателям, в том числе там самозанятым, в этой части все-таки же начинать снова там торговлю, цена не должна неадекватно вырасти, и должен быть произведен расчет. Вообще, насколько это все целесообразно, я абсолютно согласен, что современная реалия, наверное, не отвечает тому состоянию техническому, которое как бы есть, но, безусловно, все должны и понимать. То есть нужно или привлекать какое-то бизнес-партнерство в рамках закона, чтобы все-таки же все эти реорганизации, которые произошли, не ударили по бюджету городскому, но в то же время, чтобы мы не получили красивое, но пустующее здание, которое никто не занимает, просто потому что там дороже, чем в Джей-Молле, как пример. Ну вот. Да, мы видим пример. Ну, может быть, не с Джей-Моллом сравнивать, да, но, тем не менее, мы понимаем, что если у предпринимателя одна торговая точка, вряд ли он, конечно, может потянуть дорогостоящую аренду. И история с нестационарным торговым объектом, она из этой же серии. Ведь почему часть предпринимателей достаточно болезненно относится к любым поползновениям по поводу НТО? Потому что их бизнес таков, что для них крайне важна там стоимость постоянных затрат в виде аренды, платы, коммунальных платежей. И именно поэтому они сейчас не заходят или там перспективы пока не рассматривают заход в такие точки, как Октябрьский рынок, центральный рынок, потому что, с одной стороны, это действительно достаточно высокая плотность со стороны покупателей, но и нагрузка должна быть соразмерна в виде арендной платы. Поэтому здесь, надеюсь, опять же, новое руководство там в администрации сделало все необходимые расчеты, и реконструкция не превратит Октябрьский рынок в красивую картинку, которая будет пустовать. Который будет не для предпринимателей. Спасибо большое Михаилу Ковязину, депутату городской думы. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Михаил, до свидания. До свидания. Всем хорошего дня. «Особое мнение» на 101 FM.